О, здорово, бро. В общем, если ты хочешь, чтобы твои каникулы никогда не заканчивались, то подпишитесь на канал, поставьте лайк на этот видеоролик и нажмите на колокольчик. И все это надо сделать за 3 секунды. Время пошло. Все, время вышло. Надеюсь, ты успел сделать то, что я тебе сказал. Ну и ладно, давай, я потопал. Мне еще в Team Fortress 2 надо играть. Ох, тут ё-моё, сижу, работаю по 3 часа на дне. Никто мне, мать вашу, не поможет. Ай. Охрану я нанялся, блин. Лучше бы я вообще ничем не занимался. Мусора тут... Молодежь, блин, ходит, вон сколько накидали уже. Музыку каждый день тут слушают, приходят. Мешают, блин, жить. Так. Вроде бы никого нету. Михалыч! Блин. Тут еще. Вот эти говно тут накидали. Михалыч! 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 Вот тут бочки, защиты. Нахрен все это надо. Да ну ё-моё, Михалыч, вот ты где. А я тебя тут ищу. Короче, Михалыч, смотри, знаешь, что мне не нравится? То, что мы тут уже, ну как, второй год уже, можно сказать, пошел. Работаем тут, сидим, ничего нам нельзя делать, ни зарплату нормально. Только по 5000 нам в месяц платят, блин. Посидеть тут целый день и 5000, ё-моё. Михалыч, ну чё ты там, это, чё ты такой грустный? Короче, тогда всё, я это самого задолбал, тех я вижу тоже. Я пойду уволюсь. Ну, а ты как хочешь, я не знаю, возможно, сейчас и сразу пойду и уволюсь. Потому что чё мне это уже сдалось, работа это. Блин, отложили на 2 года стройку тут. Уже приходят тут всякие... Бомжи, всякое говно, молодежь это все нам ломает. Давай, Михалыч, короче, этот. Удачи, все, пока-пока. Пока-пока-пока. Насрались тут везде, вон мусорку сделали. Те бутылки, все грязно, а нам потом это все убирать. Убирать и еще раз убирать. Блин, какое же это говно, вот максимально вот на этой стройке говня вы работаете. Вообще, вот уже. Ой, охрана кому этим не нанимается, 5000 в месяц платят, ё-моё, премия в один год, там, 10000, ну что мне эти 10000-то дадут? Так, ладно, все, я, короче, поехал, Михалыч тут, пускай сам работает, а я тут сейчас развернусь по-быстрому, и все, и поеду домой уже отдыхать, до дома доеду, там уже подумаем. Ох, ё-моё, сейчас доеду до дома, буду кайфовать по максимальному тут, поэтому городишко еще огромному, хрен пойми, как тут ехать. Ё-ё-ё-ё, занесло мальца. Так, ну ладно, вроде бы мы как бы подъезжаем, а вроде бы как бы... Ну ладно, да-да-да, все, мы подъезжаем уже к моему дому, сегодня будем кайфовать. Ой, тут уже эти соседи снизу поставили на мое место ласточку свою. Так, давайте тогда вот тут вот моя, пускай будет стоять, вот все. Выключаем, заглушаем, так, все, сейчас закроем все двери. Багажник, эту дверь, капнул, все. О, какая красавица. Ладно, ладно. И отправляемся домой. Так, ну и в общем, вот мы как бы у меня дома. Скромненько, но да ладно. Конечно, без дверей. Тут еще никто не купил квартирку. А дверь скоро установим. Ну и что тут, в принципе? Все скромненько, холодильник, плита, столик, за которым я тут сижу,
Телевизор еще не привезли, вот мой диван, я тут на нем сижу, ля-ля-ля-ля-ля, пою-пою. Ну и, в общем, провожу все свое время. Ну, а как бы... Тут я это, мы тебе... Тут я мою руки, давайте, кстати, сейчас помоем. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Все, помыл. Так, теперь погнали. Ну что тогда, кайфовать? Вот тут картину мою привезли. Ну все, я тогда пошел кайфовать, давайте этот, с хот-догом. Чё ты, убери сейчас, чё ты, по-хорошему убери отсюда. Слышь, ты ушёл от меня, ушёл. Ай! Чё-то мне это не понравилось, видимо, у нас в комнате перестановочка. Вот такая. Поломали мне тут всё, сейчас тут всё восстановлю. Ой, всё тут восстановил, блин. Хот-дог, всё, ты наказан, ты со мной не спишь. Ох, ладно, сейчас тут улягусь и спать буду. Что там происходит на улице-то? Там что-то происходит, я слышал выстрелы. Ох, ладно, давайте, где тут моя дубинка? Куда я положил? Вот она за матрас завалилась. О, вот все, я достал. Сейчас посмотрим, что там происходит за хрень. Так. Ох, ты что, это как? Голова так трещит, ой, у меня что-то все плывет. Ой-ой-ой. Я краев уже не вижу, так. Ладно, надо переходить в себя. Все. Вперед. Так, это кто такой? Он куда-то пошел. Ой-ой-ой. Это кто за люди такие? Что они тут делают? Похоже на каких-то военных. О, у них тут дубинки были, но мне не надо. Так. Ребят, только аккуратно тут надо. Это кто такой? Это чучело похоже на вот это вот, который там вот ходил. Ё-моё, как его тут потрепало-то. Это какие-то люди. Какие-то... Камера-люди. Камерамены. Так, тут надо быть аккуратным. Он там за домом. Так, ребята, давайте, все. Сейчас валим. Давайте. О! Так. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, свет, включись. Все. Так, ребята, уезжаем. Так, ребята, все вроде бы готово. Да, ё-моё. Так, там не проехать, там стоит... Ладно, проедем. Ой-ой-ой-ой-ой, он же прямо сзади. Не откроешь. Говно, он хочет меня убить. Он не дает мне проехать. Нет, не убьешь, говно. Давай-то 360. Ну, 180, наверное, скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой! Ручник, ё-моё! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что тут происходит? Он бежит за мной! Так, ребята, все, уезжаем! Ой-ой-ой, он за мной! Надо как-то от него попробовать скрыться! Нет-нет-нет! Только нет, топлива очень мало! Очень мало топлива! Фак! Давай-давай-давай! Давай! Чего? Почему она не заводится? Почему? Нет! 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 Он же меня сейчас убьет. О! Все, поехала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет! Нет, да ладно!
Куда я заехал? Тормози! О, так, он за мной. Так, давайте попробуем выключить свет, может. А-а-а! Давайте попробуем выключить, может быть, он меня не заметит. Вверх! Вверх! Давай! А-а-а! Нет. Нет! Чтобы мне помочь. Куда он идет? Я не понимаю, что он хочет сделать. Кто это? Кто это? Оружие. О, да. Он уходит. Еще люди. Аккуратно. Так. У них есть. Да, у них есть пушки. Он меня не видит? Отлично. Ох, ё-моё. Так. Ой-ё-ё-ё. Я ее там взял, но стрелять я вряд ли это умею. Так, где это чучело? Я его не вижу. Так, у них тут есть фонарик. Так, вот. Ну, хотя бы я теперь вооружен. Мне это максимально не нравится. И одновременно. Что-то я как... Кто это? Это он! Уйди! Уйди, говно! Уйди! Нет! 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 Уходим! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй, ребята! А тут двери все закрыты, давай! Давай, подходи! На, получай! Ай-яй-яй-яй-яй, надо туда залезть! Потому что я закрыл дверь. Ой. 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 Ой, я же боюсь высоты. Нет-нет, где моя машина? Где моя машина? Мне нужна моя машина. Да, да, да. Вот моя машина. Я уезжаю. Ха, давай. Удачи. Камерамен. Блин. Что-то мне кажется, у меня что-то не так с машиной. А! Нет. Нет. Да фак, у меня нету левого колеса переднего. Ну как она тогда? Фак, я же неповоротливый теперь. Он прямо сзади меня. Поворачивай! Нет! А! Так, ладно. Где он? Он на крыше, он сейчас ее проломит. Нет, нет, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. А. Хоть бы тут не разбиться. Так. Ой-ой-ой. Уезжаем, уезжаем. Где тут полиция? Куда они смотрят все? О, нет. Он меня сейчас убьет. Фак, у меня вроде бы и задние как бы. Так, ребята, всем спасибо за просмотр. Вот такой вот у нас получился замечательный видеоролик, в котором мы с вами повеселились и испытали как бы камераменов на прочность. И они оказались достаточно крутыми чуваками. Ну и как бы, несмотря на такую печальную концовочку, у нас все получилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И как бы у вас будет все окей, вы будете знать о всех моих видеороликах. Ну, в общем, с вами был я, Джек Ченнел, и всем пока-пока.